В популяции от 2 до 5% рождаются недоношенные дети. Рождаются они, конечно, по разным причинам. Это зависит и от состояния здоровья матери, и от условий жизни, и условий быта семьи, в котором живет беременная женщина. Это дети с критически низкой массой тела, это дети меньше килограмма, и они, конечно, нуждаются и в специализированных медицинских учреждениях и в современной аппаратуре, которая позволяет выхаживать глубоко недоношенного ребенка.